Ну что, ребята, всем привет, мы продолжаем шевелить Буратино. Ну что, побежали в то место, где мы остановились. Сейчас только один момент, потише опять сделаю. Что ж такое-то, а? Только что в лордов играл, слишком было тихо, теперь слишком громко. Этих я оббегаю, не вижу смысла просто здесь останавливаться на них. Ах, да ты в смысле прикалываешься, что ли, серьезно? Ну блин, придется оббегать гораздо больше, чем я планировал. Ну ладно, ничего страшного, по идее мы так или иначе смогут. Любят всякие балки ставить разработчики, вот это вообще такая бредятина, я не понимаю. В чем прикол вообще? С которых легко упасть, в смысле, эти балки, я имею в виду. Сейчас подлечусь. Да что ж такое, стой. Сколько их там, только глянь на этот трэш. Готов? Назад. Просто вся толпа сбежала, все метро. Да блин, это вот мелочь, конечно, еще бесящая, дикая. И там еще подбегают с той стороны. Ну вы слушай, вы что, издеваетесь, что ли, я не пойму. Вот откуда они там берутся? Да что такое, слушайте, что-то прям вообще капец. Наконец-таки забираем это говнище все. Куча аптечек потратил просто потому, что, блин, упал. Лунный камень полумесяца, но это нам не надо, давай-ка быстро от них уходим, ну их нафиг. Вот тот самый срез, да. Конечно, стоило бы, наверное, вернуться и встать за Старгейзер, чтобы восстановить все, но... Слушай, как же бесит эта херня. Да ёбаный в рот, даже ударить не могу, понимаешь? Ну, блядь, ну только начали играть, уже сдох, блядь. Прям все раздражает, нормально. Не увернуться он не может. Вот тут что это за кувырок, блядь? Вот вы мне объясните. Он кувыркается на месте. Это единственный, наверное, персонаж, который кувыркается на месте, блин. Да вы издеваетесь, блин. Да пошел нахрен. Она после лордов так хреново играется, эта Буратино, что сами не описать вообще. Ну вот, ну конечно я не достал, потому что он спокойно отойти, пока я заряжаю эту дебильную атаку. Ну сейчас мелочь убью, потому что уже раздражает это полностью все. Сейчас какая-нибудь херня тут будет лежать, как обычно. Все, в общем-то, классно вообще. Ну, блядь, ну да, он, я на полчаса там будет сейчас стоять, пока меня будут долбить все, блядь, кому не лень. Фух, что-то у меня только начал, меня уже пригорает, понимаешь, от этой игры, блин, кривой, косой. Я даже не знаю, зачем я сюда иду, я чую, тут какое-то говно будет лежать, как обычно. Ну вот просто, ну зачем я сюда пришел? И причем эта херня восстановится в конечном счете. Ну вот, блин, ну вот...
Ну зачем они это сделали, что оно восстанавливается? Типа, нахрена туда вообще ходить? Блять. Тут, конечно же, мы пройти не можем. Пробегу пока мимо, я знаю, что, скорее всего, у него есть кварц, который мне так нужен, но я хочу найти сначала срез, потому что у меня нет ни хрена больше здесь. Подожди-ка, так это самое начало ж, по идее, да? Вот, то есть мы здесь и проснулись в прошлый раз. Я сотворил величайшую марионетку, и снова это дитя. И вот срез очередной. Да, сейчас сядем за старгейзер и пойдем гасить ту большую бяку. Давайте пробовать. Конечно, он просто отошел спокойно, вообще не парясь. Враг вообще какой-то ебанул. Да что это за... Это враг? Как... Он просто даже попасть по мне не может, понимаешь? Что самое тупое во всей этой истории. Что это за враг такой? Смотри, ну что это за трэш? Бля. Ай, блин. Это что-то... Я такой херни еще не видал. Амулет марионетки убийцы. Короче, какая-то вообще хрень непонятная. Что это вообще такое? Повышает урон, наносимый людям. Амулет, так, понятно, в заводном сердце дремлет радость от убийства человека. Я убью, я буду убивать все, что напоминает человека. Это крайне странная хрень, конечно. Не убивай меня, я человек, просто солдат. Ты гвардеец? Меня Аткинсон зовут. Дружина Крата. Пригород опечатан, отсюда не сбежать. Связи тоже нет, кто-то спланировал все это. Не представляю кто, это вне моей компетенции. Если встретишь в городе кого-нибудь по имени Белла, скажи ей, Аткинсон умер солдатом. Ой, ой, а я убил его, да? Я случайно это сделал, подожди.
Моя дорогая Белла, я помню день, когда познакомился с тобой через друга твоего отца, сэра Лофта. В тот день на платформе центрального крата стоял густой пар, а над стеклянным потолком пролетала стая птиц. Я стоял там и ждал тебя. Увидев даму на лестнице, я сразу понял, что это ты. Твой серебристый смех запечатлен в моей душе. Причина, по которой я пишу это письмо, дело в том, что я на вокзале, и он напоминает мне о тебе. Сначала мы были коллегами, потом возлюбленными, но я до сих пор помню те дни, когда ты улыбалась в предвкушении выставок и фестивалей, прекрасные ночи с фейерверками. Я не могу забыть все это. Если мы выживем и выберемся отсюда, я навещу тебя с этим письмом. Береги себя и дождись меня. Искренне твой, Аткинсон. Понятно. Да ёб твою за ногу, ты издеваешься? Ну вот почему у этих маленьких вот полудохлых врагов здоровья больше, чем у тех здоровых врагов? Я вот этого не пойму вообще. Да, ёб твою мать, ты чё, блядь, издеваешься? Понимаю, что случился обвал, но зачем было обрывать связь? Выпустите нас, прошу. Ну я так и знал, блин, что какая-то здесь замануха будет. Слишком предсказуемо уже. Ты проиграл, ягненочек. Давай сюда все, что у тебя есть. Это ты зря, кстати. Я сейчас я тебе жопу порву. Давай, иди сюда. Добро пожаловать в город будущего, где будущее — это смерть. Нужно помогать нуждающимся. Помогаю, как могу. Я не хочу умирать. Я только хотела есть до отвала. Ничего такого. Но опять же, вот здесь вот мы не можем пройти, потому что мы не можем это разбить. Вот эти вот условности идиотские, они напрягают, если честно. Прям совсем. Ну закройте вы двери. Просто закройте двери, и все. И все будет просто. И понятно, почему мы не можем пройти. А то какие-то ящики мы можем разбить, какие-то не можем. Блин, так тупо. Теперь нужно понять, как спуститься-то.
Ну, такое нам уже не надо, по крайней мере, пока. Вот, наконец-таки мы нашли это место. Пойдем смотреть, что у нас тут. Там, скорее всего... А, не открыто, смотрите, удивительно даже. Ну-ка, ну-ка. А, ну здесь, да, все. Вот, то есть там вот, вот в начале игры мы пришли вот с той стороны просто. Всемирная выставка Крата, ну, фигня. О, смотри, ключ можно здесь использовать. Только я не нашел триединый ключ. Где-то я пропустил, что ли, телефон очередной? Сейчас, погоди, сходим сюда для начала. Давайте пробегать тогда, мы просто, ну это мы уже все видели 20 раз, ничего интересного здесь я пока не вижу, только телефон нужно найти будет и все. Ну какая-то новая херня, такую мы еще не видели, давай убьем для разнообразия. Я уйду. Что-то чую я, там ничего хорошего меня не ждет. Блин, эти кувырки, они меня убивают. Ну просто, ну глянь на этот пиздец. А, я мертв. Тихо. А, это тот сильный моб, которого я очень люблю. Ну как, почему ты не поворачиваешься к врагу, дебил? А, вот теперь дверь открылась, да. Ну вот смотри, очередной старгейзер через 2 метра. То их нет, то их дохрена. Непонятно, непонятно. Идем дальше. О, здорово.
Сказка о трех братьях из башни мастерской. Начало оторвано. Итак, в Крате стали жить три дружных брата. Техник, который делал марионеток, алхимик, который оживлял их, и гвардеец, который исправлял марионеток, ведущих себя неправильно. Три брата построили мастерскую и начали изготавливать необычных марионеток. Марионетки были как живые, лучшие из них помогали людям Крата, много работали, танцевали и пели. Все были очень довольны. За свое счастье люди благодарили трех братьев. Три добрых брата жили долго и счастливо. Понятно. Я так понимаю, покупать ты ничего не будешь. Прости, я был совсем один, поэтому предложения у меня немного хромают. Тяжело торговать, если убегаешь от монстров. Даже если ненормальная стала нормой, живым нужно жить. Купи что-нибудь, поможешь нам обоим. Ну да, что тут есть? Патроны легиона, штык военной лопаты. Ну это получается всякая фигня. Но это вот пригодится, а все остальное не особо. А, вот это вот тоже пригодится, кстати. Ну давай эту фигню заберем, что нет. Пошли. Ох ты, ничего себе. Ну хоть что-то визуально запоминающееся появилось наконец-таки. Напоминаю теперь Нио. С Амритой. И слушайте, капец. Здесь, неподалеку от центрального вокзала Крата, была транспортная база мастерской. Может быть, поэтому марионетки были так одержимы нападением на него во время безумия. Но сам я ничего не видел и не знал, что все так серьезно. Поэтому добавим землетрясение в наш список странных и неестественных происшествий в Крате и пойдем дальше. Ну да, похоже, блин, теперь на камни Амриты, гляньте на этот трэш. Ну что-то я вообще капец, я не знаю, вот я прям все вижу, что откуда это взято. Любовное письмо. Моему любимому Гидеону. Мир умирает, я слышу новости об эпидемии десятки раз на дню. Если вдобавок ко всему я не смогу увидеть тебя, то боюсь, что задохнусь и умру. Сегодня я буду ждать тебя у вывески, как обычно, не опаздывай, любовь моя. Да ёб твою, ты чё издеваешься? Ну я, конечно же, блин, не достал. Ну вы чё прикалываетесь? Ну пиздец. Нет слов, одни слюни, что-то локация прям мудацкая вообще. Мне, кстати, знаешь, что интересно? Просто один момент. Сейчас, может, вдруг окажется, что это на самом деле первая, да? Локация, просто она переделанная, не? Как называется эта центральная платформа? Это понятно. Вход на бульвар Элизион. А, да, тьфу ты, ёб, это просто получается, да, у нас теперь вот эти вот локации недоступны. И, короче, мы можем это все, это мы просто вернулись в первую локацию. Все верно, это я тупанул. Понятно. Тут срез потом откроется, понятно. Да ты издеваешься. Пиздец. Это худшая локация игры просто. Казалось бы, хуже некуда. Нет, они сделали еще какое-то тупое говно, которое мешает тебе дальше продвигаться. Блять.
Сначала тебя, конечно, бахают реюзом. То есть 9-й акт — это реюз первого. Я уже все понял и без ваших объяснений. Так еще и вот такое вот дерьмо сюда натыкали, чтобы было еще, блядь, тяжелее. Это жутко раздражало. Еще и врагов мудацких. Ну, я не знаю, тут, блядь, меня все раздражает в этой игре. Просто куда ни плюнь, какое-то говно просто. Выпердыш дизайна, я бы назвал это так. Просто теперь нужно полчаса ждать, я так понимаю, да, чтобы... Нет, ты понимаешь, даже моя колба ни хрена не спасает от этого дерьма. Блять, у этих кристаллов, блять, понаставили нахуй. Еще и врагов, которые тебя могут сломать, понимаешь? Класс, вообще супер. И вон еще такой. Давайте уже, блядь, каждые 2 сантиметра вы будете эту херню ставить, блядь. Ну все, пиздец, понятно. Ёбаный стыд, блядь. Забираем все это вот говно. Там нужно, наверное, другую склянку использовать. Ой, ну да, оно так прям нужно было, понимаешь? Вот о чем я и говорю, говно какое-то, блядь. Да ёб твою мать, блядь, зажали. Ну и все, мне пиздец. Ну вот, ну что это такое за... Блядь. Уничтожил я бабочку, пошел отсюда. Поставил я нужную херню, которая сбрасывает этот эффект. Ну вот, блядь, ну опять, ну вы заебали на одном и том же месте. И то есть, ну опять, ну вот нахуя я туда бежал вообще, блядь? Чтоб пиздюлей отхватить и какого-то говна собрать. И, блядь, срез они сделали, понимаешь? Тут, блядь, 2 метра пробежать, но они сделали срез. Там, где он нахер не упал, блин. Говорят, если из-под земли появляются кристаллы, жди скорой гибели. Вот и наступил конец. Мы умрем. Я, конечно, не успел прочитать, потому что дебилы делали. Мы умрем, мы все умрем. Да поскорее бы уже, блин. Телефон где-нибудь будет? Не, я не пойму. Мне нужен кварц, срочно. Что это за говно? А, ну дальше мы, конечно, не пройдем. Почему? А потому что, блядь. Сверхтяжелый каркас. Ну, видишь, здесь еще какая-то... А, типа это все, вот оно, да, оно исчезло, конечно же. Тут все так и работает. Хоть я уже слышу страшные звуки. Чую, там уже босс впереди меня ждет, да, я правильно понимаю? А, смотри, там благо хотя бы есть старгейзер очередной. Что-то прям здесь много их расставили, прям вообще. Наверное, все старгейзеры на эту игру ушли вот сюда.
Опа, здравствуйте. Опа, блядь, а это что, прямиком из Bloodborne враги? Что-то они мне очень напоминают врагов из Бладика, которые такие в шляпах. Начали плохо уже. И нафига мы сюда зашли? Непонятно вообще совершенно мне. Руководство для техников мастерской. Хотите стать техником мастерской? Руководство для абитуриентов. Ни один город в мире сегодня не привлекает столько внимания, как Крат, город марионеток. Когда его посетил великий В, Крат был всего лишь рыбацкой деревушкой. Своим блестящим развитием за последние 30 лет он обязан производству марионеток. Сделанные в мастерских Крата марионетки известны использованием новых технологий, что качественно отличает их от продукции конкурентов. Марионетки из мастерской во многом не уступают людям и выполняют задания своих хозяев. С такой естественностью, что некоторые задаются вопросом, уж не наделены ли они душой. Многие конкуренты пытались воспроизвести уникальные механические сердца, но потерпели неудачу, доказав, что уровень мастерской недосягаем. Монополия на особую силу камня, эрго и умение добиваться ее оптимального применения – вот секрет успеха мастерской Крата. Однако при создании мастерской не все шло как по маслу. Ее история начинается с одного легендарного мастера, и его записи стали лучшими учебниками для его последователей. Каждый техник знает имя легендарного мастера Джей. На следующей странице мы расскажем вам о его достижениях, понятно. И нахера я сюда пришел? Там сундук-то я вижу, да. Но... И нахера ты это... А, вот даже когда, охерительно. Сейчас, погоди, это какой-то срез, но я что-то даже не помню, откуда он там, это самое, идет. Тут можно выше подняться, постой. Надо разобраться, куда меня ведет это здание. Сейчас будет босс файт, судя по всему. Да? Сейчас проверим. Обычный враг? Миколаш, ты? Ну ты, блядь, издеваешься, что ли? Блять. Ну, не знаю, типа, ну, вроде норм враг. Ну, это, типа, скорее всего, просто мини-босс какой-то, да?
Это неполноценный босс однозначно. Ну мы там где-то скинули лестницу, теперь осталось понять, где именно, да? Вот серьезно, я что-то не вдупляю. Вот здесь у нас вход в здание, но нам явно не сюда, нам скорее всего, да, вот сюда, здесь мы лестницу скинули. Там еще сундук видел, сейчас мы его потом облутаем. Все равно вряд ли что-то полезного мы там найдем, но посмотрим. Сейчас сначала давайте босса убьем. Не, да, это не полноценный босс, просто мини-босс местный. Да ебать, ты угораешь, да это пиздец. Сейчас приду, включусь. Дубль 3, поехали. Ты прикалываешься сейчас? Да, блядь, вообще не успеваю за ней. Это, походу, полноценный босс все же, да? Что-то у меня такое чувство, что да. Эти спам-атаки... Ну, то есть, ну, каждый босс в этой игре, это просто спам-атаками, понимаешь? Вот и вся их. Они там как-то не уворачиваются, они там что-то не делают, у них это не интерес, у них там нет интересного мувса, там неинтересных приемов. Они просто тебя хуярят просто бесконечным спамом, и все. Тут как бы понятно, плюс-минус-то я понимаю тайминги, но тоже, блядь, она такая резкая, как понос, блядь. Не всегда успеваешь нажимать на кнопки вовремя. И вот, блядь, заебали, честно, здесь боссы, это, наверное, худшие боссы из всех, что я видел, блядь, в соус-лайках. Честное слово, блядь. Просто говна кусок. Вот каждый босс, блядь, чуть не возьми почти что в этой игре. Говно просто унылое про спам атаками. И все. Ничего интересного вообще в этом нет.
просто дерьмо. Но это то есть еще был неполноценный босс, типа был враг. Ну хер знает, ну просто спам атаками. Виктор атаку не удалось завершить, пусть хотя она получит поистине совершенный эликсир. Чё там, подожди, точно я правильно прочитал? Да, совершенный эликсир, все правильно. То есть это еще был мини-босс, который нас готовит к следующему боссу, да, который там будет? На отель напали. Все в опасности. Отправляйся в отель и поторопись. Коммуникация через эрго. Какой занятный фокус. Впечатляющая марионетка Джипета. Но в новом мире, мире истины, твоя ложь тебе не поможет. И все же тебя стоит изучить. В чем дело? Ну же, приятель, времени терять нельзя. А нам куда? Мы можем переместиться сюда или нет? Старгейзер не работает. Не уверен почему. Это провал, приятель. Побежали обратно в отель. Знаешь, пешком сойдет. Идем пешком. Что там было, подожди? Новый уровень мы можем прокачать, да. То есть теперь мы можем качаться вот таким образом. Понятно. Да ёб твою за ногу, вы достали. Тут уже, в принципе, близко, по идее. Ну да, нам нужно вот... А, вот, слушай, вот, кажется, и телефон. В краткий день опять счастливый. Где ж ты был, друг мой милый? Загадка непростая. Так подумай, король, смотри на вещи шире, ведь ты не полный ноль. Наблюдение, главное наблюдение. Просто прислушайся, мальчик. Должно быть легко, такое ты видел не раз. Неверный ответ твой не порадует глаз. Всяко горазд корни пустить цветок голубой, но для плодов нужно ему тело теплое. Верно. Думаю, теперь ты понимаешь все очарование загадок. Да, очарование. Что, показалось, что тебе угрожают? Ну, иногда полезно довериться своим чувствам. Метафора, инструмент для сокрытия ужасающих истин. Это уникальное детище человечества. А теперь еще вопрос, не загадка, не стихотворение, а лишь вопрос к себе. Эрго берется не из воздуха, так откуда у марионеток все? Это эрго. Ха, смеши остальных всегда уходя, так говорит король. Возьмешь этот ключ, тогда я скажу, марш отсюда долой. До новых встреч, запомни непременно. Я в клубе и главный, и участник, верно? Тут мы не пройдем, да, сюда нужно было идти только тупо за этим ключом. Хорошо, сейчас вернемся, откроем ту самую дверь, но пока, подожди-ка. Там далеко пилить, просто интересно. Да блин. А здесь нифига нет? А, вот что-то есть, да. Так, подожди-ка, я вернулся обратно, что ли? В чем прикол? Это, конечно, все здорово и замечательно, но куда мне идти? А, вот сюда, наверное, да? Или отсюда я пришел? Не, по-моему, не отсюда. Пошли сюда тогда. Или отсюда? А, да, отсюда я пришел. Значит, мне нужно в другую сторону просто идти. Хорошо, пошли. О, нет, нет. Эй, там!
ясно перед отелем. Нечто ужасное. Может быть, это даже хуже, чем то, что мы видели в соборе. Ладно, подтягивай свои пружины и идем. Ну тут опять же был босс первый, которого мы встретили. Как раз перед отелем. О, ну да, в принципе, окей. Первая фаза, дайте угадаю. Стопудово. Я, блядь, застрял. Где я там, блядь, вообще нахожусь? Не успел подлечиться хотя бы. Но это мне, похоже, не поможет. Ну, конечно, блядь, я погиб. Ну, пиздец. Классно, босс-призыватель. Ну, это же самое говно, только в профиль. Да говно, босс, просто унылый говно. Он не сложный, но он говно все равно, понимаешь? Кстати, да, я кое-что забыл поставить. Блять, забываешь, что у меня там две атаки. Все, ну это, конечно... А, все, это все? Сказать нечего. Он хотя бы... Вот его достоинство в том, что он не успел меня выбесить. А так, что-то, блядь, ну то же самое. Типа то же самое, ну там плюс пара атак. А так-то, конечно. И что же дальше? Вернемся в отель к нашим друзьям. Ну, типа, то же самое. Вообще, то есть, никакого не вау-эффекта нет. Ничего, вообще, просто дизайн его просто максимально всратый.
Ну, атаки, я говорю, опять же, все. Ну, короче, хуйня. Че я, блядь, вам рассказываю? Просто посредственный босс. Вот и вся история. А, и да, еще одно его достоинство, что там не две полоски ХП. Сука, все сломали. Такое хорошее место было. И тут даже, блядь, нагадили, сволочи. Ну что за люди-то, а? А что, убили, что ли, ее? Ёб твою мать, смотри, все разломали, суки. Ты представляешь? И никого нет. В смысле? Ладно, хорошо, интрига. Подожди-ка, я посмотрю, работают старгейзеры, не? Телепортироваться. Девятая пройдена, да. Ну, короче, да, тут все вроде есть, судя по карте. Может, просто они спрятались в другое место. А что еще хотелось бы сказать? Ну, пока все, ребят, девятую главу мы завершили. Со скрипом. Но завершили. На самом деле, отвратительная была полностью. Ну, по сути, это реюз первой локации, первого акта. Только слегка его там переделали. Ну, то есть, вот эти три босса были, все три либо говно, либо, блин, вообще ни о чем. То есть, ну, вообще, хер знает. Посмотрим. Осталось два акта уже до конца, уже добьем ее. Узнаем, что случилось. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать, подписываться на канал. На телегу подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там трансляции, на второй канал. Там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. А также не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему оставаться на плаву. Все ссылки в описании. Всем спасибо, всем пока.